правилах по благоустройству и санитарному содержанию территории Уссурийского городского округа должны произойти изменения. Это связано с соответствующим федеральным законом, в связи с чем в практически каждом пункте правил есть поправки. Проект в новой редакции прошел экспертизу в департаменте Приморского края. Указ проекта был размещен в СМИ. На рассмотрение организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту правил благоустройства поступили предложения только от одного жителя города Уссурийска, Соловьенко Максима Александровича. Каждый пункт его предложений был обсужден на публичных слушаниях. Поступило после публичных слушаний еще два документа, один из них, который сегодня передали перед началом комиссии. И еще один был подготовлен депутатом Ветрих Михаилом Максимовичем. Поэтому комиссии по благоустройству решено было создать рабочую группу и еще раз проанализировать все пункты нового проекта до следующего рассмотрения. Принять его планируется в ходе очередного заседания Думы в первом чтении. Не согласились депутаты с некоторыми положениями жилищного законодательства. Теперь государственный надзор переложен на краевой, а муниципальный жилищный контроль в отношении муниципального жилищного фонда будет осуществляться органами местного самоуправления. Неплановая проверка по указаниям проводится без согласования с органами прокуратуры, но это пускай прокуратура. И без предварительного уведомления проверяем на организацию проведения такой проверки. Откуда вы взяли? Приходим проверять, не вывезенный мусор или не отремонтированная труба или еще что-то. Они это все сделают хорошо. Депутаты уверены, если предупреждать о проверке заранее, это приведет к лучшим результатам, чем наложение штрафа. Службы будут до приезда комиссии исправлять недочеты на территориях. Опять много споров вызвал вопрос о мерах администрации по устранению автомобильных заторов в городе. Депутаты посчитали, что в этом направлении работы идут медленно. По улице Блюхера, видимо, ГАИ там поставила пост, и вот или заводское руководство дало команду. Там на самом деле порядок. Там сейчас машины не стоят у завода вдоль по всей улице. Все. Вот единственное, что можно было все поставить галочку о мерах организации движения, решили навести порядок на улице Брюхера в текущем году. А все остальное непонятно мне. Что дальше делать-то будет? Решение замедленного автомобильного потока в районе улиц Краснознаменная и Чечерина появилось еще в 2008 году. Сейчас проект проходит экспертизу. Эта проблема решается. Решается она путем строительства надземного пешеходного перехода. Депутаты краевого законодательного собрания сегодня обратились к губернатору Приморского края о том, чтобы дополнительно нам изыскать эти денежные средства, потому как их в бюджете сегодня просто нет. Также администрация предложила перепрограммировать светофоры федеральной трассы на режим зеленой волны. Но депутаты сообщили, что конкретных поэтапных мер они все же не услышали.